Мои друзья и подписчики, сегодня у нас пришли мама с дочкой. Как зовут? Ульяна. Как? Ульяна. Ульяна. Вот. У них, в общем-то, вот такая проблема. Сейчас я вам покажу. Как бы вы сами родители, можете даже вот так своих детей положить и посмотреть, есть ли у них эта проблема или нет. То есть, смотрите, вот кладем ее на животик. Ножки вот так сделаем сначала, видите? А потом вот согнивает, вот так пяточки делаем. И смотрим. Вот, посмотрите сверху. Видно, насколько разница? Видите? Вот тяну, вот разница. Почти 3 сантиметра. Видите, ноги ушли. Вот. По этим местам вот видно, видите? Одна выше туда ушла. Вот сразу видно, по косточкам. Вот. Из-за чего это возникает, в первую очередь? Когда-то ребенок играется, может быть, на катке, там, так просто на попу упало, из-за этого возникает подвывих тазобедренного сустава. Крестец смещается, одна нога короче, длиннее, наискосок встает. Дальше возникает искривление позвоночника, сколиоз. С этой стороны, если посмотреть, вот, допустим, здесь вот мышцы паравертебральные расслаблены, а здесь вот спазм вот. Перекатывается. Больно тебе, да? Да. Вот, видите? Все. И дальше вот начнет позвоночник, сам начнет форму принимать, удобно ему, потому что же нужно ему ходить, человек. Вот, и будет ее искривлять. Одно плечо выше другого, ну и все последствия дальше. Смотри, здесь нажимаем. Больно? Понял. Здесь? Тоже. Тоже больно. Смотри, здесь нажимаем. Ну, здесь. Вот здесь больно, да? Вот видишь? Здесь. Ну, так себе. Так, не очень, да? Здесь. Больно. Здесь. Не очень. Не очень, да? Это сильнее. Понятно. Здесь нажимаем. Вообще не больно. Не больно вообще. Ага. Ложись на спинку. Подвздошные нажимаем. Смотрим. Пульпируем. Больно, да? Видите, какой спазм? Прям сплошной спазм. Здесь? Ну, тоже больно, да? Видите, как? Вот. Хотя ей всего сколько? 10? 10. 10 лет. Больно? Здесь больнее, да? Все. Здесь? Нет, 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 больно. На этот бачок. На другой. Вот, смотрим. Больно. Больно, да? Ага, здесь, да? На другой бок. Здесь больно, да? Ну все, в общем-то, это дело мы сейчас будем править. Ложись на животик. Все делается быстро, просто. Ничего страшного нет. Давай, ложись вот на этот валик. Давай, приподнимись. Вот, и ложись на него. Все, легла, руки назад, вот так вытяни. Расслабься. Так. Вон, торчи. Давай. Вдох и выдох. Еще. Вдох, выдох. Ну, тебе не больно. Так. Чуть-чуть, потерпи. Сейчас послабее. Вдох, выдох. Давай, вдох, выдох. Вот так вот тут. Не сильно не буду. Вот так. Вот. Не больно? Больно. Нет, нет, ну так, чуть-чуть потерпи. Косточку увели, вот, все, давай, выйдем. Все, давай, выйдем, валим. Перестань. Вот. Так. Вот. Подойдите сюда. Видите? На место стало? Почти. Вот. Еще так делаем, смотрите. Расслабь ножку. Слышали, как хрустнуло? На место стало. Расслабь. Ножку расслабь. Все. Смотрим. Угу. Чувствуете разницу? Вообще. Всего, что надо было сделать. Видите? Сейчас здесь еще, я полагаю, боль немножко сохранилась. Да, больно? Нет. Нет уже? А, ушло сразу, видите? Ляг на спинку опять. Смотрим эти места. Нет. Ушла боль? Да. Видите?
казалось бы, чудо, да? А все просто. Все, крестец поставили на место. И все. А с этой стороны? Нет. Не больно? Ты здоровая теперь совсем, все. Чудо. Да. Ну вот, собственно, немножко мы еще сейчас с ним поработаем и довольно побежит дальше. Синяки себе ставить. Только на попу больше не падай, хорошо? Все, обращайтесь. Вступайте в нашу группу Руслан Костоправ. Ссылка будет ниже. Всем пока.